Нынешний очерк мы постараемся сделать более лирическим, чем предыдущие, поскольку речь-то пойдет о поэте. Многие представители русской литературной интеллигенции конца 19-го, начала 20 века искали свой путь, глубинную истину и смысл бытия в духовной мистической лирике. Искали в вере опору и себе, и России. И, конечно же, не могли пройти мимо личности преподобного Серафима Саровского. О великом, всенародно любимом старце писали все более или менее значимые творцы культуры Серебряного века. Иван Бунин, Иван Шмелев, Борис Зайцев, Василий Розанов, Иван Ильин, Сергей Булгаков, Дмитрий Мережковский, Павел Флоренский, Федор Сологуб, Николай Клюев, Максимилиан Волошин и так далее. Они оставили миру свое видение и свое понимание Серафима, его роли в православии. Но особенно большой популярностью образ Серафима Саровского пользовался в кругах символистов. И если Блок был величайшим из них, то Андрей Белый – самым оригинальным и самым влиятельным. И именно он был одним из самых последовательных апологетов старца Серафима. Думаю, что основная масса зрителей не сильно знакома с творчеством символистов. Вот мы Белым и восполним этот пробел, тем более, что в будущем году исполнится 140 лет со дня его рождения. А еще и потому, что, как вы, наверное, уже догадались, он тоже в свое время побывал у нас в Сарове. Андрей Белый – это литературный псевдоним. По рождению он Борис Николаевич Бугаев. До 26 лет Борис прожил в самом центре Москвы, на Арбате. Мама его была красивой женщиной и вдобавок музыкантом. А Бугаев-старший – умным, но до нельзя некрасивым математиком, членом-корреспондентом Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Но он обладал широкими знакомствами среди старой московской профессуры. И в их доме бывал Лев Толстой. Еще обучаясь в гимназии, будущий поэт сблизился с философом Владимиром Соловьевым, оказавшим на него значительное влияние. Именно в доме Соловьевых и был придуман ему творческий псевдоним. Далее, в 1899 году Белый по настоянию отца поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, а в 1903 году с отличием его заканчивает. Но еще до этого он знакомится с символистами Брюсовым, Мережковским и Гиппиус. И с юношеских лет пытался соединить художественно-мистическое настроение с позитивизмом, с стремлением к точным наукам. Борис Пастернак считал его гением. Зинаида Гиппиус – бедным, потерянным детем, а Максимилиан Волошин посвятил ему довольно жесткие строки. «Клоун в огненном кольце, хохот мерзкий, как проказа, и на гипсовом лице два горящих болью глаза». Но это не помешало ему почти одновременно вписаться в два любовных треугольника – с женой Александра Блока, Любовью Менделеевой, дочерью знаменитого химика, и женой Валерия Брюсова, поэтессы Нины Петровской. После разрыва отношений с последней дошло до того, что та стреляла в упор в своего возлюбленного, но Браунинг дал осечку. Стреляться с ним на дуэли чуть было не сподобились оба обманутых мужа, но оба раза конфликты заканчивались перемирием. А в 1909 году Белый познакомился, а позже и женился, на художнице, племяннице великого русского писателя Ивана Тургенева Аси. Но та осталась за границей, а Белый в 1916 году вернулся в Москву. И последней его любовью стала тихая и преданная Клавдия, которая сделала счастливыми последние годы Андрея Белого. Здесь я попрошу зрителей, ну, не надо судить его слишком строго. Как мы видим на массе примеров прошлых лет и дня сегодняшнего, творческие натуры в поисках вдохновения ангельским поведением в быту никогда не отличались. Поэтому из личной жизни поэта вернемся к его творчеству. Так вот, войдя в поэзию, Андрей Белый как-то естественно и гармонично влился в круг писателей-символистов. Однако, принимая их раскрепощенное новаторство, он не мог принять их нерелигиозного мировоззрения. «И я стою, шепча слова молитвы, судьба веди, ты в грохоте неумолимой битвы, о Господи, сойди». В конце концов, в поисках себя и своего пути, пройдя через период переоценки ценностей, он разочаровался в юношеских идеалах, но глубоко религиозную веру не потерял.
Да, он был двойственной и противоречивой личностью. И, в свою очередь, видя некое раздвоение окружающего мира, литератор и философ Белый приходят к выводу, что источник социальных потрясений кроется в противостоянии двух мировоззренческих стихий – Запада и Востока. Оценители его творчества вообще полагают, что поэт лучше всех своих современников изобразил такое сложное явление, как переломная эпоха. Накануне прославления батюшки Серафима в лике святых в июле 1903 года Белый написал о нем замечательное стихотворение. «Плачем ли грустно в скорбях, грудь ли тоскую теснима? В ясно немых небесах мы узнаем Серафима. Что с тобой, радость моя, смотрит на нас ласково, ликом туманным лилейным, бледно-лазурный атлас в снежно-кисейном. Бледно-лазурный атлас тихо целует, бледно-лазурный атлас в уши нам дует. Вот ухожу в тихий час, снова узнаете горе вы. Свыси ложится на нас отблеск лазуревый. Легче дышать после таинственных знамений. Светит его благодать тучкою алого пламени». Не правда ли, какие красивые и поистине невесомые слова-символы подобрал ученый и поэт-символист, чтобы описать облик подвижника и чудотворца? Саровский писатель, кандидат филологических наук и нынешний директор нашей православной гимназии Наталья Суздальцева очень точно заметила. И, конечно же, с этим утверждением нельзя не согласиться. Многие писатели Серебряного века, хотя достаточно глубоко изучили личность Серафима, его труды и подвиги, но мало кто из них внес в образ старца какие-то свои личные, авторские, художественные черты. Самым ярким и оригинальным среди литературных образов преподобного Серафима можно назвать образ, созданный Андреем Белым. В своем стихотворении он находит необычное описание внешности старца, способ представить и передать читателям его образ. К примеру, в одном из писем своему другу он говорил, что Серафим – это единственно несокрушимо важная и нужная для России скала в наш исторический момент. Еще до канонизации великого старца осенью 1901 года поэт прочитал летопись Серафима Дивеевского монастыря, и она стала его настольной книгой. «Образ Серафима, весь чин молитв его оживает в душе моей», – писал он. «С той поры я начинаю молиться Серафиму, и мне кажется, что он тайно ведет меня». Образ Серафима, как невидимого помощника, вытесняет во мне образ покойного Владимира Соловьева. Я весь живу Дивеевым. И вот, наконец, перед началом занятий на историко-филологическом факультете Московского университета, куда вторично поступил Белый, он вместе с матерью успел съездить на богомолье в Дивеевский монастырь. И, как отмечают биографы, Серафим Саровский навсегда стал для него путеводной звездой, небесным покровителем и символом православной культуры. В канун той осени 1904 года Белый и побывал в нашей обители. И Саровские сосны, и источник преподобного Серафима мистически связались в его памяти с полями и лесами Шахматова. К сожалению, разыскать другие подробности о пребывании Андрея Белого на Саровской земле нам пока не удалось. Но можно догадаться, что поездка эта должна была произвести на тонко одухотворенного, метущегося и религиозно настроенного поэта неизгладимое впечатление, оставшееся в душе его и памяти до конца дней. «Россия, страна моя, ты та самая облеченная солнцем жена, которой возносятся взоры, вижу явственные. Россия моя, богоносица, побеждающая змея, народы, населяющие тебя, из дыма простерли длани. В твои пространства преисполнены пение и огня слетающего Серафима. И что-то в горле у меня сжимается от умиления». Через 30 лет в январе 1934 года у Белого случится инсульт, и он умрет. Похоронят его в Москве на Новодевичьем кладбище. А мозг Белого почему-то изымут на хранение в Институт мозга человека. Ряд авторитетных исследователей и литературных критиков уверяют, что без изучения творческого наследия поэта нельзя оценить феномен поэзии конца 19-го, начала 20-х веков. Но, как бы там ни было, а наши исторические очерки о пребывании знаменитостей в Сарове пополнились еще одной страничкой о замечательном поэте Серебряного века Андрее Белом.